Ассаламу алейкум, азиз мехмалар. Добрый вечер, уважаемые гости, дамы и господа. Невероятно счастливый вечер сегодня. На священной земле Узбекистана родилась новая семья, и, как говорится, шкала волнений достигла своей максимальной отметки. Именно поэтому уже через несколько секунд мы вместе с вами увидим главных героев этого праздника. Assalomu alaykum, xonimlar va janoblar, aziz mehmonlar. Bugungi ajoyib baxt inson oqshomida siz bilan diydor ko'rishib turganimizdan nihoyatda xursandmiz va albatta mana shunday faizli koshonaga tashrif buyurgan har bir azizlarimiz o'zlarining eng sara, eng samimiy tilaklar bilan tashrif buyurishgan va albatta barchangizga xush kelibsiz deymiz. Ну что ж, добро пожаловать на радость, добро пожаловать на счастье, добро пожаловать на свадьбу. Уважаемые гости, дамы и господа, давайте стоя под самые громкие аплодисменты встретим главных героев сегодняшнего вечера – жениха и невесту. Ну что ж, дамы и господа, дорогие уважаемые гости, родные, близкие, любимые люди наших молодоженов, главный герой этого вечера – Дурбек Инафис уже в зале, а точнее за своим президиумом. Давайте осыплем их аплодисментами. Арселя Борсов, пожалуйста, поаплодируем громче, еще более громко и продолжительно. Невероятно красивая, яркая, счастливая пара. И правду говорят, когда в сердцах у влюбленных людей зарождается мечта, вся вселенная способствует ее исполнению. И сегодня мечта наших молодоженов осуществилась. Они нашли друг друга и привнесли вместе с собой на эту территорию свою красоту, свое счастье и свою искреннюю любовь. Yana bir bor assalomu alaykum xonimlar va janoblar, aziz mehmonlar. Bugungi baxtli daqiqalar kelib ma'lum bo'lgan kunda siz bilan diydor ko'rishib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Albatta, barcha tashrif buyurgan aziz mehmonlarimiz nomidan bugungi oqshomning shahzodasi hamda malikasiga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Sizlarga cheksiz muhabbat, baxt, saodat hamda shirindan shakar farzandlarning ota-onasi bo'lish nasib ro'z aylasin. Muhabbatingiz barqaror bo'lsin. Xonimlar va janoblar, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bugungi shodiyonamizning shahzodasi hamda malikasi bir-birlariga juda ham mos juftlik bo'lishibdi. Mana shunday baxtlarga, muhabbatlarga aslo ko'z tegmasin deymiz. Albatta, sizga qaragan ko'zlar hamisha havas ko'zlari bo'lishini chindan tilab qolamiz. Aziz mehmonlar, agar malol kelmasa, keling qarsaklarini balandroq chalgan holda bugungi oqshomning kelin hamda kuyovini muborakbod etsak. Yana bir bor mana shunday baxtli inom xonadon egalariga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Тойлер Борис Борисов, и, конечно же, вы знаете, Зара, очень я обращаю внимание всех сегодня, какая красивая пара находится напротив нас. Для нас огромнейшее счастье находиться здесь сегодня и поздравлять вас, дорогие наши молодожены. Будьте счастливы, конечно же, радуйте друг друга каждый день, говорите друг другу, как сильно вы друг друга любите. Конечно же, путешествуйте, воплощайте мечты в жизнь, и дай вам Аллах много-много сладких, здоровых, красивых, счастливых, похожих на вас детишек в самом скором будущем. Я думаю, что с этих самых секунд, с позволения аксакалов старших сегодняшнего вечера, людей, которые сегодня во главе семейных столов, мы объявляем торжественный свадебный вечер открытым. Va biz katta mamnuniyat bilan bugungi shodiyonamizni tantanali ravishda rasman ochiq deya e'lon qilamiz. Aziz mehmonlar, bir narsani ta'kidlab o'tish joiz, bugungi shodiyonamiz yuqori darajada o'tishadi va dastlabki bugungi kechamizning mezbon mehmon san'atkorlarga ham bog'liq. Keling, ushbu kunni unutilmas kunga aylantiraylik. Bugun sehrli oqshom, bugun ikki sof dilning tutashgan muhabbat oqshomi. Shunday ekan, ilohiy tuyg'u deb nomlangan muhabbat sizlarni aslo tark etmasin deymiz va hurmatli hamkasbim, agar qarshi bo'lmasangiz, keling bugungi oqshomning mezbon ijodkorlaridan taklif qilsak. Я совсем не против, Зара, тем более, что сегодня это своего рода ритм сердца вечера, ритм, конечно же, влюбленных сердец, уважаемые дамы и господа. Я думаю, что сегодня будем не только поздравлять добрых искренних словах наших молодоженов, но и, конечно же, будем танцевать, веселиться. И, конечно же, это обращение также к нашим молодоженам. Очень хотелось бы в самом скором времени их увидеть вместе с их родными, близкими людьми здесь, в центре мероприятия, на этой танцевальной площадке. Ну а пока на сцене неповторимые, уникальные в своем роде, талантливые и яркие группа «Караван». Встречаем! Блистательно, 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 караван. Да, да, это только начало, это только начало. Как говорится, самые зажигательные моменты впереди. Дорогие гости, уважаемые дамы и господа, никто далеко не уходит от танцевальной площадки, потому что у нас есть музыкальный сюрприз, а точнее, яркое звездное музыкальное гостье.
Demak aziz mehmonlar, biz bugungi shoutingimizning yulduzlar yog'dusini ochiq deya e'lon qilamiz va albatta ilk mehmon san'atkorimiz bugungi oqshomning kelin hamda kuyovini muborakbod etish maqsadida biz uchun sevimli bo'lgan taronalar ketma-ketligi bilan tashrif buyurganlar. Demak, guldiroz hamda davomiy qarsaklaringiz og'ishida biz o'zbek estradasining latofatli xushovoz xonandasi Dilso'zni taklif qilamiz. Marhamat. Dilso'z, сегодня действительно поздравила искренне музыкально наших молодожёнов. Ну что ж, дамы и господа, я думаю, что вы не устали танцевать сегодня. Более того, мы только начали. Мы только начинаем танцевальный ряд вечера, поэтому проявляем инициативу, дамы и господа, согреваемся душевными композициями, ну и, конечно же, зажигательными танцевальными движениями. Но еще раз не забудем поздравить главных героев этого вечера. Вы знаете, сегодня можно смело заметить и увидеть, что любовь, которая живет в сердцах у наших молодоженов, она очень искренняя, настоящая и будет пронесена ими во вселенскую вечность. На свете нет зрелища прекраснее, чем лицо любимой, от музыки слаще, чем звук любимого голоса. Дорогие молодожены, говорите друг другу всегда только теплые, искренние и добрые слова. Biz esa bir-bor fursatdan foydalangan holda tashrif buyurgan barcha mehmonlarimiz nomidan bugungi oqshomning kelin hamda kuyovini chin dildan muborakbod etgan holda bugungi hayotingizda bir marotaba bo'lguvchi aynan mana shunday jozibali va istalgan oqshomda bir-biringizga bo'lgan va'dangizga Layli va Majnun, Farhod va Shirin kabi vafodor bo'lib bir umr totli hamda baxtli hayot kechirishingizni chin dildan tilab qolamiz. Aziz mehmonlar, yana bir bor barchangizni raqs maydonchasiga chorlagan bo'lar edik. Sahnada sizlar uchun bugungi kechamizning mezbon ijodkorlari, iqtidorli, iste'dodli san'atkorlar jamoasi Karavan ansamblini taklif qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Ну что ж, благодарим группу Караван за незабываемые мелодии, яркое настроение и, конечно же, звучание сердца и души, сегодня испытывающие действительно большую радость и праздник. Уважаемые гости, дамы и господа, признаться, это тот самый нечастый случай, когда абсолютно не хочется заканчивать торжественный вечер, когда хочется веселиться, танцевать, поздравлять наших молодоженов до самого утра. Но так или иначе, каждое торжество имеет свое завершение, этот вечер тому не исключение. Заканчивается свадьба, но самое интересное – это долгая, счастливая, обильная любовью и радостью жизнь, семейная жизнь наших молодоженов только и только начинается. Albatta, yana bir bor bugungi oqshomning asl sababchilari kelinimiz hamda kuyovimizni chin qalbimizdan muborakbod etgan holda sizlarga cheksiz muhabbat, baxt, saodat hamda shirindan shakar farzandlarning ota-onasi bo'lish nasib ro'z aylasin. Muhabbatingiz barqaror bo'lsin deymiz. Durbek, Nafisaxon, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bugungi shodiyonangiz juda ham fayzli hamda go'zal tarzda o'tdi. O'zi bag'ri keng, nurli insonlarning shodiyonasi mana shu tarzda o'tadi. Yana bir bor sizlarga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Aziz mehmonlar, biz ruxsatingiz bilan bugungi oqshomning shahzodasi hamda malikasini yor-yor sadolar ostida baxtli hayot sari kuzatib qo'ysak. Дорогие наши молодожены, Дурбек, Нафиса, еще раз обращаемся к вам. Ради ваших близких, родных, любимых людей, ради ваших родителей, ради любви и мечты, которые живут в ваших сердцах. Друг ради друга и ради Бога. Будьте счастливы, в добрый и счастливый семейный путь под названием «Жизнь». Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin.